Да. Всем привет. Добрый день, Мария. Добрый день всем, кто пришел. Я, к сожалению, не вижу зал, поэтому не знаю, какое количество людей. Не вижу ваших лиц, но тем не менее верю, что вы есть. Семен, я, наверное, начну. Хотела бы вас для начала, наверное, расспросить о вашем исследовании, как вообще вас заинтересовала архитектура 20-х, начала 20-х, начало 40-х годов. Почему вы выбрали именно этот период украинской киевской архитектуры для своего исследования? Я думаю, начнем с такого вопроса. Да, знаете, мне это начало интересовать лет 20 назад, когда, вот вам это прекрасно известно, появляется такая сфера экскурсий для местных. Ведь есть понятие экскурсии для туристов, обзорные, есть понятие экскурсии для местных, которые посвящены конкретным районам и в которых гораздо высокие требования к точности. То есть туристу можно соврать какую-то чушь, а вот обычно местному, ну, местным немножко лучше знает город, то есть ему не так просто и соврать. То есть гораздо более высокие требования и качеству, и детализации. И при этом вот в нулевых, когда это все активно пошло развиваться, в Киеве этот интерес был сосредоточен на архитектуре Российской империи, то есть конца 19-го, начала 20 века. Безусловно, этот период оставил очень много ценной архитектуры, и, по сути, в основном все, что показывают туристам, это как раз из этого периода. И поэтому это был основной фокус как экскурсий, так и той литературы, которая выходила об архитектуре в то время. А меня окружал контекст межвоенной архитектуры, то есть я ходил в детский сад, построенный в 40-м году, в школу, построенную в 37-м, и жил в доме, построенном где-то в 39-м году. Но это все я выяснил сам. То есть мне никто не мог ответить на вопросы, которые у меня были. То есть окружал контекст, а информации о нем не было. И были люди, которым было вот интересна архитектура глубоко, а этой темы как будто для них не существовало. При этом в моей школе был музей, я его оцифровывал, там было более 9 тысяч документов, в том числе там были прослежены истории там, всех выпускников, погибших на войне. Ну, сейчас, к сожалению, эта традиция продолжается, потому что тоже выпускники гибнут. И вот в этой всей истории не было истории здания. То есть была история школьного театра, была история школьных газет, отдельных людей, не было истории здания. И вот во всей этой вот детализации был упущен факт, кто построил школу. Вот. И, собственно говоря, с этого вот игнорируемого и отсутствующего контекста у меня начали появляться вопросы. Так что в какой-то степени можно сказать, что книги, которые я написал, это те книги, которые я бы хотел прочитать, ну, если бы их написал кто-то другой. Но поскольку такого другого не было, пришлось написать это самому. Работали ли вы с архивами, или как вообще вот ваша работа в плане исследования происходила? Что интересно, вот то, что я встречал в статьях или в каких-то книгах, то есть немножко попадалось, но это попадалось либо посвященное конкретным архитекторам, ну, то есть, допустим, человек в рамках своего там исследования, дипломного или диссертационного, изучает, например, там конкурсы определенного периода, либо творчество определенного архитектора. То есть у человека есть конкретная задача, и он не выходит за рамки этой задачи. Его интересует конкретная задача, конкретные документы, и он вот в объеме, необходимом для своего исследования, работает с документами. Были книги, написанные поверхностно, были книги, написанные так журналистами без глубокой работы в архив, то есть огромным количеством ошибок и мифов, которые сейчас укоренились и которые стали такой уже общепринятой легендой, хотя если покопаться в документах, то часто оказывается, что это не так. А мне было интересно изучить это все полностью, и когда-то, ну, почему я иногда шучу, что я это написал наспор, однажды мне сказали, что жизни не хватит, чтобы изучить этот архитектурный период. Вот мне на это ушло 7 лет. Как-то так. Тогда еще один вопрос. Насчет источников, да. Вот у вас был вопрос насчет работы с архивами. Да, я работал с архивами, изучил
практически всю периодику такого архитектурного направления, которое было. То есть это был у нас журнал такой «Социалистичный Киев», и я в библиотеке изучил практически все его номера. Изучал журналы «Архитектура Советской Украины», что попадалось, посвященное Киеву в архитектуре СССР. То есть это срез периодики, это книги, это очень важный источник, это архивы, потому что в архивах иногда удавалось устанавливать архитекторов или датировки домов. Иногда их приходилось очень сложным образом искать, поскольку нумерации менялись, названия улиц менялись, то есть пришлось вникнуть в всю топонимику, которая существовала в то время, когда это все строилось. То есть это в какой-то степени был такой детектив, понять, о чем идет речь в документе, и тот ли это дом, который я ищу. Но вот когда ищешь все, то интересно это еще сопоставить, как вот в маджонге, да? Сопоставить то, что я ищу, с тем, что я нашел. Вдруг это одно и то же. Такая вот интересная была работа. Очень много времени оно, естественно, заняло. Было очень увлекательно. И вот теперь есть вот этот результат. Я старался взять практически все дома, которые мне были известны. Я единственное, что не заморачивался с каждым конкретным цехом завода. Вот, то есть в промышленной архитектуре я только какие-то яркие примеры брал, которые представляют стиль. Но при этом вот там я что-то мог упустить. А в целом я старался взять каждый дом Киева, который был построен в то время. Еще один вопрос, опять же, как бы по следам ваших изданий, которые возник, в них очень большое количество чертежей, отмывок, каких-то, не знаю, эскизов, которые выполнили архитекторы. Это мне показалось, что это тоже одно из таких супер качеств вот этих вот именно изданий, что вам удалось их найти. Это, собственно, личный архив архитекторов, или где вы брали тоже вот такую информацию? Потому что я заметила, что очень большое количество изображений супер хорошего качества, и это очень действительно приятный бонус такой. Спасибо. Вообще-то приятно говорить с человеком, который имеет представление о моих книгах, хотя бы их видел. Вот. А на самом деле, да, вопрос о качестве – это то, что я пишу книги с таким качеством, с которым я хотел бы их читать. Поэтому я люблю наполнять их самым интересным иллюстративным материалом. У нас была Академия архитектуры у СССР, и у этой Академии архитектуры, соответственно, был в свой архив хранилось огромное количество работ. Вот все эти иллюстративные работы в значительной массе – это архив Академии архитектуры. Потом этот архив был разделен, часть его была утрачена, часть попала в фонды заповедника Софии Киевской, которая унаследовала здание Академии архитектуры, часть попала в архитектурно-строительную библиотеку. И вот я по всем этим местам искал работы. Что-то действительно было в архивах архитекторов, но, к сожалению, как раз вот в архивах архитекторов сохранилось не так много, как хотелось бы. В лучшем случае сохранялись фотокопии, потому что вопрос вот эвакуации и возвращения после эвакуации – это вопрос огромной потери, в том числе работ. То есть, если я встречал людей, они говорят, мы уехали в эвакуацию в 41-м, когда вернулись, в нашей квартире было пусто. И это очень типичная история. То есть война очень много вот этих следов уничтожила, как, собственно, и был уничтожен весь архив Министерства образования, который пытались эвакуировать, и он находился в поезде, который был разбомблен немцами, из-за чего историю школьного строительства, по сути, пришлось писать заново, а в самих школах эту историю, например, не знали. То есть они были уверены, что у них вот есть определенные датировки, но иногда эти датировки отличались на год, на два, иногда на 10. И те данные, которые считались официальными, были совершенно ложными. Мне удалось восстановить эту историю через архив строительных трестов, которые строили эти школы. Вот. А поскольку основная часть была утрачена, то на долгое время эта информация была потеряна. И вот таким образом ее иногда удается воссоздавать. Поговорить немножко сначала, наверное, про предпосылки к, собственно, архитектуре вот того периода, о котором мы сегодня говорим, и о тех направлениях, которые в самом его начале сложились. Давайте, вот очень интересный период, ранний советский,
У нас, по сути, вот сегодня будет такие три тематические блока, да, то есть у нас будет тема, посвященная национальным элементам в архитектуре, потом мы перейдем к истории конкурсов, правительственных зданий и немножко отдельных примеров зданий эпохи. Вот, так что я попрошу промотать чуть-чуть наши слайды. Да, вот на следующий слайд давайте перемотаем. Вот. У нас будут слайды про Киев и будут слайды про Тбилиси. Вот что интересно, я подбирал их с определенной аналогией. Вот, поэтому здесь я хочу начать с вот этих проектов. Это проекты архитектора Дьяченко, который был идеологом украинской национальной архитектуры в рамках советской архитектуры. То есть это все проекты 20-х годов, в которых он предлагает типовые проекты жилья в национальном стиле, с национальными орнаментами и так далее. То есть это целое направление, которое, по сути, держалось на воле одного человека, но он был директором инженерно-строительного института. И вот это была его идея, что Украина должна иметь архитектуру с собственным лицом. Вообще, если так посмотреть, то в Киеве в 20-х годах было три направления. То есть это лучше всего показано в книге «Инерция возрождения и конструктивизм». То есть у нас была старая школа архитекторов, которая строили еще в царское время. То есть это, получается, было несколько строительных бумов в Киеве в конце 19 века, и во второй половине нулевых годов, 1900 нулевых, были строительные бумы. В Киеве очень много строилось, активно работало кредитование, и много архитекторов работало. И часть этих архитекторов остались в Киеве и после революции, и продолжали работать. То есть эти люди, естественно, тяготели к архитектуре классической, к использованию исторических стилей. Вот вторая школа, можно сказать, это школа Дьяченко и некоторых других архитекторов, которые стремились внедрить национальную архитектуру. И мы увидим это на следующих примерах. Вот в основном все, что построил, это построил Дьяченко. А третье направление – это конструктивизм, который в Киеве пришел в Киев намного позже, чем, допустим, он был там в Москве или в Харькове и так далее. По сути, он пришел одновременно с формированием архитектурной цензуры. То есть, когда уже архитектура стала частью политики, и тогда, собственно говоря, конструктивизм спокойно вытесняет, просто потому что некоторых других, другие стили использовать нельзя. Они трактуются политически, как симпатии к каким-то альтернативным политическим режимам. Архитектура украинская трактуется как национализм, и, собственно, Дьяченко, который выдающийся архитектор, который планировал и еще больше бы построил, был арестован первый раз, по-моему, в 30-м году, потом еще где-то в середине 30-х, и последний раз его арестовали перед войной, и он погиб в ГУЛАГе. То есть, если бы не было этой политической цензуры, то этот срез наследия был бы намного больше. И я предлагаю чуть-чуть посмотреть примеры. Вот у нас дальше, вот это вот изначальные виды, это здание лесотехнического института, которое построено в стиле украинского барокко, это вторая половина 20-х годов, и эта архитектура отсылает нас к монашеским кельям 18 века, с конца 17-го, начала 18 века, когда стиль украинского барокко активно развивался. Вот. И что интересно, вот посмотрим на следующий слайд. То, в каком виде оно сейчас. Здание было повреждено временно, и оно восстанавливалось во второй половине 40-х с уважением к оригинальному стилю. То есть есть очень интересный момент, что в 20-х годах был такой тренд на украинскую национальную архитектуру. Чуть-чуть он был в 30-х, но где-то ближе к второй половине. И он снова чувствовался на рубеже 40-х и 50-х, когда мы видим, это здание восстанавливается, оно надстраивается на один этаж, но мы видим по фронтону, по окнам, по сандрикам, по всем этим декоративным элементам, мы видим, что это тот же стиль. То есть оно восстановлено другими авторами, потому что Дьяченко уже не был жив в тот момент, но с уважением к этому стилю. Вот это очень интересный пример, потому что который показывает, что эта тенденция, вот она чуть-чуть появлялась и потом. Давайте дальше посмотрим. В рамках этого же комплекса, это комплекс сельскохозяйственной академии, по сути, грандиознейший комплекс застройки этого периода. Он как раз в книге хорошо представлен. Вот это изначальный проект еще одного корпуса. То есть мы тоже здесь видим барочные элементы. И на следующем слайде у нас, собственно, как он выглядел еще недавно, пока его не утеплили. Это одна из проблем сейчас
в энергосбережение, все это утепляют и оригинальный дизайн фасадов прячут под утеплением. То есть вот так вот это здание уже не увидите, это Второфилет 10. А дальше у нас еще один корпус. Вот это корпус номер 4. Тоже одно из зданий, которое отсылает к украинскому барокко. То есть это изначальный проект, по которому планировалось построить всю академию. Но вот были построены только эти корпуса, и дальше его фотографию построили немножко по-другому. Вот, да. Но здесь мы видим такой типичный вот барочный фронтон. Вот, вот все как должно быть, да, в этом стиле. Вот это вот конец 20-х годов. Вот такая вот была в том числе ветка развития украинской архитектуры в конце 20-х годов. Ну и еще несколько примеров зданий пройдем. Вот это жилой дом, кстати. Это жилой дом профессоров сельхозакадемии. Вот мы здесь видим очень интересный мансардный этаж. То есть, опять-таки, это, ну, вот, это дворцовая архитектура, мансардные этажи такие. Мне рассказывал человек, который был в этом доме, что вот этот вот третий мансардный этаж, это не отдельный этаж, а это дополнительные комнаты над комнатами квартир второго этажа, в которые доступ происходит через лестницы внутри стенных шкафов. То есть они как будто даже немножко припрятаны. Ну, вот так мне рассказал человек, который утверждает, что было в этом доме. А дальше еще несколько примеров. Это еще один жилой дом, который строился Дьяченком для кооператива научных работников. Вот на черно-белой фотографии мы видим, как он выглядел изначально. Здесь тоже были фронтоны. Но позже их убрали. Говорят, что это время войны дом был поврежден, и их тогда демонтировали. Ну вот я не могу это проверить, это утверждение, но учитывая, что эта часть города пострадала, то такая вероятность существует. Но здесь мы тоже видим определенные элементы, которые связывают эту архитектуру с украинским барокко. Дальше. В нереализованных проектах тоже чувствуется этот стиль. Нереализованные проекты у меня собраны в книге «Несуществующий город». Но вот один из проектов – это проект гидроэлектростанции. Это 24-25 год. Архитектор Дьяченко предлагает дизайн электростанции в стиле барокко. Казалось бы, а почему бы и нет? Кстати, здесь очень это интересно сравнить. Я помню, что возле Тбилиси тоже есть гидроэлектростанция, построена, по-моему, тоже в 20-х годах. И она тоже в историческом стиле выполнена. Может, можете это прокомментировать. Да, есть. Она на самом деле вот, ну, в эту лекцию, в эту презентацию не попала. Но, кстати, было бы интересно действительно сравнить. Она такая больше... Даже не знаю, ну, там есть элементы какие-то, которые можно назвать авангардными, конструктивистскими, и немножко уже так как-то к сталинской архитектуре она в каком-то смысле тяготеет. У меня, кстати, вот в связи с этим, наверное, вопрос. Получается, что Дмитрий Дьяченко был таким, собственно, апологетом и первопроходцем своего собственного какого-то стиля, абсолютно не похожего на все, что происходило в Советском Союзе, в других республиках и даже на Украине. Ну, вот, дело в том, что не только он один, то есть барочные элементы иногда встречались у других архитекторов, но Дьяченко по объему созданного наследия, по объему проектов был главным из всех. То есть, вот, например, жилой дом строил архитектор Обремский. То есть мы видим, что были архитекторы, но их наследие общее очень несущественное. И на самом деле этот срез наследия очень слабо изучен. То есть 20-е годы у нас мало кто этим занимался. Есть некоторые примеры этой архитектуры в Харькове, есть примеры этой архитектуры немножко в других городах. Но вот именно Киевский комплекс сельхозакадемии – это самый крупный сохранившийся комплекс вот этого необарокко дьяченковского. Вот. Причем на самом деле у него был еще запланирован там грандиозный корпус административный длиной, по-моему, 160 метров. То есть огромный такой развернутый фасад, то есть как настоящий дворец. Ну, да, это не хватило тогда денег. А потом его творчество стали подвергать цензуре. После ареста он перерабатывает свои проекты в конструктивизм. В конце 30-х он еще строит здание торговой академии в неоклассическом стиле. Но вот в барокко он больше работать не будет. А в 20-х он мог. Что интересно, потом проект параллельно... был заказан в Австрии у архитектора Флетчингера. Эти проекты сохранились, они тоже есть в книге. Совершенно случайно удалось их найти. То есть, оказывается, в 24-м году в Киеве могли заказать проект в Австрии. То есть, параллельно есть дизайн от архитектора в Киеве, и параллельно есть проект от австрийского архитектора. То есть, вот такое было возможно, оказывается, что интересно. Давайте посмотрим, что у нас еще дальше есть тут из этих примеров. Вот, конкурс вокзала, который
один из центральных, вообще одна из центральных историй в книге «Инерция возрождения конструктивизма». И Дьяченко предлагает вокзал опять-таки в стиле барокко. То есть, поскольку фундамент успели заложить перед Первой мировой, то они были все ограничены в планировке. По сути, это было решение фасадов. И он опять-таки предлагает вокзал в стиле украинского барокко. После этого конкурса начинается скандал о том, что к чему вы готовите человека, который приезжает в город. Вы же его должны готовить к новому индустриальному городу, к современной архитектуре, к архитектуре заводов и так далее, а не к архитектуре церквей. То есть вот после этого конкурса вокзала начинается такой первый крупный скандал на тему политической интерпретации архитектуры. И вот здесь вот мы видим, что Дьяченко предлагает проект в стиле украинского барокко. Многие другие авторы тоже предлагают исторические стили. Вот. А дальше на следующем слайде то, что построено. То есть у нас здесь это очень интересный гибрид. Потому что архитектор Вербицкий, который выигрывает конкурс, его критикуют за исторический стиль. Вот, конструктивисты от него хотят, чтобы он переработал свой проект. Он его перерабатывает, но он оставляет вот эту параболическую арку и оставляет вот эту крышу с заломом и фронтон, который тоже характерен для, был бы для барочной архитектуры, но при этом он упрощает дизайн. Мы видим, вот, что стилистика и сплошное остекление, вот это все характерно для конструктивистов. То есть такой интересный гибрид получается, который уже через несколько лет будут ругать за то, что он слишком простой для столицы. Ну, когда это уже будет сталинская архитектура. А вот тот момент, когда это строится, и вот удается получить такой интересный гибрид. То есть это и какие-то национальные элементы здесь просматриваются, и конструктивизм. А внутри там 50 сделают редизайн, там будет вообще вот этот сталинский ампир внутри. То есть это вообще здание трех стилей получится. И что у нас еще есть? Мне кажется, что тут... Да, вот это еще интересный пример. Это проект жилого дома, проект архитектора Ленецкого, это, по-моему, 36-й год или начало 37-го, но это стилистика украинского модерна. То есть это архитектура вот 1900-х годов. То есть есть ее примеры в Киеве, в Полтаве, в Харькове, в некоторых других городах. И вот внезапно во второй половине 30-х появляется проект дома в украинском стиле. То есть, что свойственно украинскому модерну, это вот эти трапециевидные окна, орнаменты, мы видим повсеместно, черепичные крыши вот такие вот сложной формы. В итоге будет построено только несколько секций, без черепичных крыш, без каких-либо узоров, но форма окон все-таки будет соблюдена. То есть, вот такой интересный пример, когда архитектура украинского модерна, который, в принципе, модерн в то время считался стилем декаданским, то есть это осуждалось. Но, тем не менее, если ее преподнести к данным украинском стиле, то оно проходило. Вот, есть такие примеры. Их мало, но они есть. Вот. Так что вот такие вот интересные есть примеры. То есть мы видим, что в архитектуре межвоенной есть примеры использования национальных стилей. В основном это те люди, которые это хотели, те, которым это нравилось, и те, которые в основном за это и пострадали. Дальше мне кажется, что у нас примеры Тбилиси, о которых я попрошу вас рассказать. Если я не Если я не ошибаюсь, у нас ошибаюсь, дальше дальше уже уже Тбилиси Тбилиси, идет, да, да? по слайдам. Ну, наверное, да, там будет парочка кадров. Давайте. Вот, А, да, мы да. начинаем с декоративных, Декоративных вот с вот с набора набора элементов, элементов. точно так же. Да, на этой картинке, собственно, это изображение, рисунки из такой методички Северова. Это один из, наверное, главных архитекторов 30-х годов в Тбилиси. Он очень много здесь работал, реализовал несколько работ, в том числе, например, наверное, одна из самых известных — кинотеатр напротив здания парламента. Он сейчас закрыт. Это вот его одна из его работ. Участвовал он также в разработке здания Emails, который сейчас гостиница, рядом с площадью Революции Роз. И вот он очень много размышлял на тему вообще национального грузинской архитектуры. Надо вообще сказать, что до начала 20-х годов в Грузии не было своего высшего учебного заведения, где готовили архитекторов. Все архитекторы, которые приезжали до революции в Грузию, они учились либо в Санкт-Петербурге, либо в Риге, либо в Москве. Ну, в общем, где-то, но не здесь. И когда появляется политехнический университет, соответственно, в 29-м году выпускаются первая группа архитекторов местных, но это вот только-только молодые специалисты, которым еще предстоит как-то влиться в эту тусовку. И здесь остались некоторые архитекторы,
которые проектировали и строили еще до революции. Вот они уже такие маститые авторы, которые, соответственно, размышляют на тему того, что вообще должно происходить здесь в архитектуре, вот в Грузии. И в том числе местные мастера, и, ну, в общем, остались все те, кто не уехали после революционных событий гражданской войны, вот они здесь, соответственно, проектируют. И национальная традиционная архитектура, жилая, с ее балконами, с ее орнаментами, с ее деревянной и каменной резьбой, она, конечно же, очень интересует архитекторов, то в том числе Северов очень интересовался и был одним из основателей реставрационной школы. Здесь, и, собственно, благодаря нему в том числе появилась одна из первых профессиональных институций, которая занималась реставрацией и изучением церквей. Что-то немножко фонит микрофон. Я сейчас исправлюсь. Супер. Так, ну, в общем, тогда можно, наверное, следующий слайд, я думаю. Вот, да, это, кстати, интересный пример. Рядом со стадионом Бориса Пайчадзе есть такой жилой комплекс трамвайщиков. Его спроектировал архитектор Давид Числиев. Он проектировал в Тбилиси как раз еще тоже до начала Второй мировой войны. До революции, простите. И вот этот дом он спроектировал и построил. Это комплекс из 8 корпусов. Он построил его в 1926-1928 годах. Примечательно, что он здесь немножко старался как будто бы уйти в какую-то, с одной стороны, конструктивистскую стилистику, если заглянуть вовнутрь этого комплекса. Здесь у меня только один исторический кадр, но я очень советую вам туда прогуляться и посмотреть, что находится во дворе. Там действительно очень интересная структура этих корпусов, она такая действительно очень авангардная, но в оформлении фасадов и вообще в тех формах, которые он здесь использует, это абсолютно какой-то такой гибрид, то есть вот он занимается как раз этим поиском того, а что такое вот современная архитектура здесь в Тбилиси. И проектирует вот такой вот жилой дом с таким каким-то... с такими вот аркадами, с балконами. Опять же, тема балконов тоже его очень интересует, с формой вот этих стрельчатых арок. И вот если следующий слайд еще посмотрим, там будет издательство газет «Заря Востока». Была и газета, и, собственно, издательство, которое занималось книгопечатанием. Это здание сейчас на площади, как раз напротив здания «Emails», на площади Революции Рос, рядышком там. Оно сейчас, кстати, в очень хорошем состоянии, отреставрировано. И это 28-29 год. Оно такое вот как раз уже гораздо более конструктивистское. Здесь гораздо больше... В какой-то степени это аналог вот этого сочетания стилей, которые мы видим в Киевском вокзале, да, то есть вот сочетание национального и как раз уже конструктивистского. Да-да-да, это реально такая немножко общая как раз тема, потому что, по большому счету, какой-то конкретной такой авангардной школы в Тбилиси ее не сложилось и, наверное, не могло бы быть, в принципе, потому что к тому времени еще как бы все эти такие процессы архитектурные, они происходили немного стихийно, и каждый архитектор вот что-то такое свое предлагал, не было объединений творческих архитекторов, каждый проектировал что-то, ну, по сути, сам. Вот. И да, можно какой-то, наверное, следующий слайд посмотреть. Можно или нельзя? А, окей, хорошо. В следующем, я помню, что там киностудия уже. Да, киностудия тоже, она на самом деле сохранилась, она сейчас в не очень хорошем состоянии. Но здесь вот интересно, что архитектор по фамилии Бузаглы, я, к сожалению, не знаю, не смогла найти, как его зовут, осталась только фамилия. Общая проблема. Это общая проблема. Да, иногда только бывает, инициалы, к сожалению, остались. От имен остаются инициалы, и потом отдельная поисковая работа — это найти имя человека. Да, но мне вот в этом конкретном случае не удалось. В общем, архитектор, проспектировавший эту киностудию «Грузия Фильм», она на проспекте Царицы Тамары находится, недалеко от здания вокзала центрального, как раз на вот этом большом проспекте. Здесь, собственно, прямая ассоциация, отсылка к исторической архитектуре, Сванская башня. В общем-то, архитектор... здесь используют прямое какое-то историческое цитирование. Вот там следующий кадр с другого угла. Его сейчас впоследствии уже застроили. А можно следующий слайд? Опа, да, вот здесь как раз гораздо лучше видно, собственно, что хотел сказать автор. Я, кстати, сразу узнал эту цитату, хотя я вот вживую эти башни не видел, но вот я понял, что это что-то оттуда.
Да, вот такой тоже очень интересный пример размышления на тему и современного, и какого-то традиционного исторического. Так, ну можно, наверное, дальше. А, ну, Да, теперь можно. дальше у нас вопросы, посвященные конкурсам. И здесь интересная параллель, опять-таки, это конкурсы правительственных зданий, потому что и Тбилиси, и Киев имели статус столиц союзных республик, и в них нужно было построить правительственные здания. При этом Киев до 1934 года не имел столичного статуса, то есть советская власть не доверяла ни Киеву, ни его близости к границам, держала администрацию в Харькове. А вот в 1934-м они уже решили, что могут позволить перенести административный центр в Киев. Потому что все-таки было чувство, это было, как-то Сталин прекрасно понимал, что наличие столицы в Харькове означает, что большевики неуверенно себя чувствуют. Вот как раз окончание строительства Киевского укрепрайона, который тогда был закончен, в какой-то степени позволило им чувствовать себя поувереннее. Так вот, перенос столицы происходит в 1934 году, и как раз в 1934 году до Киева добирается стилистический поворот, который был начат Сталином еще в 1932 году, но есть определенная инерция, которая в Киеве всегда прослеживалась. И вот в 1934 начинается конкурс правительственного центра. В рамках первого этапа выбирается место, обсуждается несколько вариантов. Вот это вариант, который предполагался на Михайловской горе. То есть задача была такая, чтобы поставить правительственный центр так, чтобы он был и в центре, и удобно было добираться, и было пространство для демонстрации парадов и так далее. И чтобы вот он был в живописном месте, и чтобы просматривался с Днепра, потому что Днепр всегда воспринимался как главный киевский фасад. Вот это один из вариантов, когда отбирали место. На самом деле их было много в книге, но все старался не перечислять, чтобы не... все равно все будет сложно запомнить. Вот, а на следующем слайде, давайте посмотрим, это у нас... Можно следующий слайд? Вот. Это утвержденный проект размещения здания. То есть идея возникла в том, что правительственный центр предполагается расположить в центре в историческом, создав огромную площадь от Софиевского собора со сносом Михайловского собора, который еще построен в домонгольскую эру, то есть это выдающийся исторический памятник, но его решили снести ради того, чтобы правительственное здание расположить максимально близко к склону, чтобы их было видно со стороны Днепра. И создать вот эту площадь длиной 600 метров, которая вот, на которой размещалось бы два главных здания. Это Совнарком и ЦК. То есть, когда говорят о правительственном центре, часто подразумевают, что это что-то больше. На самом деле это два здания, по сути. Это Совнарком и ЦК. Так вот, дальше будем потихонечку смотреть проекты, буду их немножко комментировать, потому что этот конкурс — это самый грандиозный конкурс, который происходил в Киеве. В 30-х годах там работала вот архитектурная элита не только УССР, но и всесоюзная. То есть были известнейшие участники и из питерских архитекторов, и из московских. Давайте посмотрим следующий слайд. Вот это проект Виктора Молокина Харьковского. Собственно, здесь еще, это еще первый тур, это 1934 год, здесь еще нету требований к вот этой идее постановки лестницы памятника Ленина, но оно постепенно появляется в проектах, потому что на краю склона просится лестница. Соответственно, есть пример Потемкинской лестницы в Одессе. Соответственно, здесь предполагается лестница, которая будет больше и будет спускаться к берегу. То есть вот эта идея большой лестницы на склоне появляется, и монумента. Вот, то есть два здания, монумент и лестница, и какое-то оформление площади. То есть, по сути, вот постановка задачи идет где-то в этом пространстве. И вот постепенно давайте пролистаем, посмотрим, как разные архитекторы предполагают решить. Вот это интересно, что проект Весняных гораздо более конструктивистский, чем все остальные. То есть вот здесь, да, вот проект Оленей, когда... Так, давайте не так быстро, я хочу каждый чуть-чуть прокомментировать. Верните чуть назад. На предыдущий слайд, пожалуйста. Да, назад, назад. Не вперед. Назад. Да. Вот и еще назад. Вот, да, вот здесь. Задержка идет. Нормально.
Вот, значит, вот проект Костяных, видимо, что он очень конструктивистский. При том, что это уже 34-й год, когда, казалось бы, все понимают, что уже конструктивизм не в тренде. Тем не менее, они получают третье место, ну, видимо, к уважению к их как бы, статусу. Тем не менее, мы видим, что такой проект не может пройти, но в нем появляется вот эта идея арки и объединение двух зданий в одно. Мы это увидим во втором туре потом. И появляется идея памятника Ленину у отдельных проектантов, появляется этот памятник. Но с этим памятником тоже будет весело. Давайте Семен, а у меня такой вопрос по поводу как раз вот участия московских архитекторов, а, собственно, здесь есть имя Весниных. У меня вообще вопрос по, ну, как бы, как сказать, по сочетанию, по соотношению количества местных архитекторов украинских и архитекторов московских. Просто как раз в истории с Грузией такое насаждение, можно сказать, участие архитекторов из Москвы, оно было, ну, как бы догматичным. Как это происходило в этом конкурсе? Очень хороший вопрос. Вот у нас первый тур конкурса. Это большинство архитекторов были украинские, харьковские либо киевские, мы были и московские. Но первый тур не привел к результату. Опять-таки, кто выбирает? Выбирает комиссия правительственная, но есть предположение, что на самом деле выбирает Сталин. Вот, то есть ему как-то с ним консультируются, к нему ездит Постышев постоянно, потому что Постышев занимает руководящие должности и в Киеве, и он же член Политбюро. Соответственно, он ездит к Сталину. Есть предположение, что на самом деле выбирает Сталин. А также как с переносом столицы. Он через Постышева передал эту идею. Постышев приходит и говорит, товарищ Сталин предложил перенести столицу в Киев. Ну и мы с этим согласились. Ну а как бы попробовали не согласиться. Вот есть мнение, что на самом деле выбирал Сталин. И он таким образом проверял, как бы вот приходил к этот процесс формирования образа здания, который нравился Сталину. Естественно, это нигде не задокументировано, потому что такое не могло быть задокументировано, потому что есть формальная как бы, комиссия, которая выбирает, но неизвестно, свое ли мнение они выражают. Это общая такая вот свойственная вещь для тоталитаризма, когда мы не знаем, мы не можем быть уверены в том, что мнение, выражаемое публично, является мнением того, кто это мнение высказывает. Вот. Ну, собственно говоря, далеко ходить не надо, много примеров можно найти и в новейшей истории. Вот. То есть интересный момент, что в первом туре, давайте сейчас пройдемся чуть-чуть по первому туру, я покажу еще пару примеров. Вот это архитектор Олейник, который был харьковским, потом он и едет в Ленинград. Вот. Он чувствует изменение стиля, то есть что, они же пытаются угадать, что хочет заказчик. То есть он предлагает вот такой монумент высокий посередине, два здания по бокам, ну и какие-то еще там монументальные элементы, вот эти вот озеленения по разным сторонам. Ну и все рисуют тут, конечно, перспективы с демонстрациями, потому что это функциональное значение площади, это массовое мероприятие. Давайте посмотрим следующий проект. Это Штейнберг. Архитектор Штейнберг – это конструктивист. Но он настолько владеет пропорциями, что вот этот его проект, вот тут посмотрим его, да, вид с Днепра. И вот этот его проект, он вроде бы состоит из кубиков, но пропорции их настолько мощные, что вот это очень сильно смотрится, очень серьезно смотрится. Вот поэтому Штендер потом попадает во второй тур. Хотя, вроде бы, он конструктивист. То есть этот проект, вот в нем конструктивизма много, но вот он умеет вот преподнести эти пропорции настолько, что они вот впечатляют, они действуют как бы подсознательно человека. Дальше давайте посмотрим следующий проект. Это уже второй тур. Так вот, что происходит между первым и вторым туром? Оба конкурса не открыты. То есть нет такого, что каждый может участвовать, да, как это будет иногда. Потом, когда будет 200-300 конкурсных проектов, это будет где-то в начале 50-х годов, студенты будут отправлять свои проекты, там, какие-то там слесари на листочке в клеточку будут рисовать свои проекты. Это будет где-то в конкурсах Киева уже в 50-х. А вот здесь все проекты были заказными. И вот для второго тура комиссия правительственная постановила заказать у выдающихся советских архитекторов. Там была перечислена вот элита советских архитекторов, в том числе Щусев. Но Щусев не участвовал в этом конкурсе. Я не знаю, возможно, он был занят, у него были свои какие-то проекты, дела. Он не участвовал в итоге, но и он предлагался в список тех, кто будет участвовать. Тем не менее, во втором туре
появились новые участники, как киевские, так и московские. Но пропорция уже была другая. То есть здесь как бы... А вот давайте тех, кто у вас там что-то такое интересное строит, вот эти вот самые известные архитекторы, вот давайте они здесь у нас что-то построят. Этот момент насаждения тоже шел. Вот архитектор Лангбард, интересный пример, в итоге будущий победитель этого конкурса. Лангбард известен по своим зданиям в Минске, по опере, по Дому офицеров, по Академии наук. И Лангбард предлагает проект для второго тура, справляется во втором туре с такими очень строгими зданиями, вот этой колоннадой, скульптурой. Причем, что интересно, если присмотреться к этой скульптуре, мы видим скульптурные группы, спиралью обвивающие постамент. Видите это? Этот же прием Лангбард использовал в памятнике Шевченко в Харькове. То есть он самоцитированием занимается. Вот. Это очень интересно. Мы это увидим еще раз. Давайте дальше. Вот. Фомин. Фомин тоже участвует в этом конкурсе. То есть, опять-таки, советская архитектурная элита дальше уже активно внедряется в это все дело. И видим здесь такой вот выход к Днепру. Опять-таки, статуя Ленина. Она появляется как обязательный элемент уже во втором туре. И возникает очень интересный момент, который... книги, которому уделено внимание. Это куда должен смотреть Ленин? То есть он может смотреть на Днепр, и тогда он будет обозреваемый с реки, с кораблей, с низовьев, с нижней части Киева. А он может смотреть на площадь. И тогда он будет обозревать демонстрации, народные массы. Но есть проблема. У Ленина лицо только с одной стороны. Соответственно, поскольку у Ленина лицо не может быть больше, чем с одной стороны, то проблема статуи Ленина в этой точке была нерешаема. Вот, поэтому ее предлагали решить несколькими способами. Вот, либо статую выносили уже на лестницу, тогда она как бы принадлежит пространству склона, тогда она смотрит на склон. Либо ее выносили внутрь площади. И тогда она принадлежит пространству площади, она смотрит на площадь. Но в общем масштабе эта проблема была нерешаема, поэтому Ленин в итоге исчезнет с этого проекта. Ну, давайте посмотрим, что у нас еще есть. Нет, это назад, давайте вперед. Вот, очень интересный проект. Чечулин с Орловым предлагают самый грандиозный проект. Они вот используют прием Весниных из прошлого тура, арку, объединяют два здания в одно. А Ленина ставят наверх. То есть, опять-таки, откуда этот пример взят? Из проекта Дворца Советов. То есть Ленин, который венчает здание наверху. Но поскольку Ленин здесь уже не принадлежит нижнему пространству, он стоит где-то на высоте, тут уже не так принципиально, где он стоит. Он здесь стоит на самом верху. Но они не вписываются по бюджету, потому что и по требованиям. Здание требовалось где-то 5-6 этажей, у них тут максимально 11-12. Ну и в принципе, я даже когда-то считал по чертежам высоту, 130 метров получается суммарно. Вот, то есть этот масштаб как бы был бы, ну, вот, они не предполагали, что такое осилят построить. И на самом деле они бы такое не построили, потому что потом окажется, что там склон, там грунт на склоне плохой. Поэтому то, что строили, в итоге укрепляли, там очень сложные инженерные работы были по укреплению склона, чтобы построить здание на склоне. Такое здание было бы построить еще сложнее. Вот. Но тем не менее, вот это самый грандиозный проект, его очень любят показывать, цитировать. Его оригинал сохранился в Софии Киевской, они иногда экспонируют его. Это огромная работа, она несколько метров в ширину. То есть ее сфотографировать очень сложно, это она должна висеть на стене, и тогда вот отойти на несколько метров, и широкоугольным объективом ее можно схватить. Потому что это гигантские работы. Этот конкурс — это гигантские работы, они находятся в разном состоянии, но те, которые из них вот на планшетах, на подрамниках стоят, они шикарные. Просто эта работа еще была отреставрирована, вот, и вот одна из грандиознейших. Вот что у нас дальше. Давайте смотреть еще. Я показываю не все проекты, показываю такие самые интересные. Вот Штейнберг во втором проекте, во втором туре. Нет, давайте вернемся к Штейнбергу. Вот, вот мы смотрим Штейнберга. Значит, он чуть перерабатывает композицию. Но опять-таки Штейнберг играет сочетанием объемов. И мы здесь видим, вот мне кажется, что здесь у этих корпусов есть некоторое подобие с постаментом рабочего колхозницы. Вот по динамике. Хотя
Рабочая колхозница — это у нас какой год? Если я не ошибаюсь, это 30... Ой, а вот это 35-й. Да, то есть это до того, то есть он не мог цитировать то, чего еще не было. Но есть некоторое подобие форм. То есть вот очень интересная динамика, но опять-таки он не использует большого количества каких-то колонн, вот, он пытается взять не ордером, а сочетанием объема. Вот, тоже интересно. Ну и лестницу также видим. Вот здесь вот хорошо видно, как лестница спускается к Днепру. В некоторых проектах там вообще были такие сплошные тиволи, то есть цитаты Ренессанса. То есть у нас есть склон, и как этот склон обыграть. То есть вот кто-то делает большую длинную потемкинскую лестницу, кто-то делает фонтаны, статуи, вот так далее. В итоге не будет сделано ничего. Смотрим дальше. У нас следующий кто? У нас Фомин. Фомин немножко перерабатывает проект. То есть здесь в третьем туре он немножко разворачивает здание. Мы здесь видим ордер, обращенный к Днепру. Вот два этих здания с такими башенными элементами по краям, арки. И вот Ленин, опять-таки, обращенный к пространству склона. И вот опять-таки видим лестницу, как она обыгрывается. То есть это лестница, которая разделяется на фрагменты. Потом мы видим колоннады и так далее. То есть вот классический прием, как обыграть лестницу на склоне в архитектуре. И что-то еще пару проектов есть. Давайте посмотрим, кто там у нас следующий. А вот дальше Лангбард. Чем интересен Лангбард? Вот здесь я опять-таки увидел аналогию, которую мы с вами будем обсуждать чуть позже, задвоение вариантов. Потому что в третьем туре конкурса, то есть опять-таки второй тур ни к чему не привел. И уже в конце 35-го года проводится третий тур, в котором приглашают часть участников второго тура плюс архитектора Григорьева. Потому что Григорьев в тот момент... Это молодой харьковский архитектор, который строит жилье для совнаркома. То есть, видимо, решил, жилье проектируешь для совнаркома, запроектируй-ка нам сам совнарком. Вот. Он попадает в третий тур, и у него тоже есть несколько вариантов. А вот посмотрим на эти два проекта Лангбарда, они очень интересны. То есть, сверху тот проект, к которому относится здание, которое вот будет построено. Чуть-чуть в другом виде, но... Что здесь мы видим? Мы здесь видим крупный ордер, который очень свойственен Лангбарду. То есть мы видим вот такой же прием ордера, допустим, насколько я помню, был в его конкурсном проекте Дома Советов в Ленинградском. А вот этот прием отдельно стоящей колоннады дугообразной, которая ничего не держит, это прием, который взят им из Академии наук Минске. Только там оно... внешнюю сторону была дугообразна, а здесь оно во внутреннюю сторону. То есть дуга в другую сторону идет. Но прием тот же. То есть Лангбард опять занимается самоцитированием. И вот он подает два варианта. Это очень интересно для тоталитарной архитектуры свойственно, потому что автор часто не знает, а что от него хочет заказчик. И он предлагает сразу несколько вариантов. То есть он до конца не знает, что он будет предлагать. У нас в конкурсе вокзала в 50-х годах я видел 6 вариантов, у одного архитектора 6 вариантов реконструкции вокзала. Вот. То же самое, кстати, я наблюдал по архитектуре Португалии, читал, когда историю архитектуры Португалии времен Салазара, там тоже были размытые требования и куча вариантов. Их условиями конкурсов даже ограничивали, что один автор должен подать не более 7 вариантов одного и того же здания на конкурс. То есть это свойственно, это характерно для тоталитарной архитектуры, когда автор не знает, что он хочет, потому что он предлагает не то, что он хочет, а то, что хочет заказчик, а требования заказчика размыты. Такой интересный момент. Поэтому тут вот у Лангбарда два варианта. Нижний и верхний. Опять-таки мы видим, что статуя Ленина цитирует его прием в постаменте статуи Шевченко в Харькове. И вот к строительству утверждается верхний. Строится, вот давайте, по-моему, на следующей фотографии. Вот, это оно построено, значит, чуть-чуть об этом здании. Строится оно как совнарком изначально. Причем планируется строить два таких здания. Ради второго сносится Михайловский собор, но снести его не так просто. Это хранимый памятник еще с домонгольской эпохи. Там внутри ценные мозаики еще 12 века. Начинается некоторое противостояние памятника охранной и архитектурной общественности, которые не хотят допустить сноса. Но в итоге власти это продавливают.
Институт археологии, который тогда выдавал определенные заключения, который в 1931 году смог не допустить строительства конструктивистского здания неподалеку. У него были такие полномочия, оказывается. А вот здесь уже всех дожали, чтобы они подписали заключение о том, что поскольку здание перестроено в 18 веке, ну, то есть изначально он был в византийском стиле, это 12 век. Вот раз его перестроили, значит, он утратил свой изначальный вид. А значит, ценности не представляет. Значит, его можно снести. Вот единственный, кто не подписал, это был Макаренко, и он был репрессирован. Соответственно, все остальные подписали, было заключение комиссии, и храм начали разбирать, но опять-таки мозаики снимали для музеев. Они потом Третьяковку ехали, почему, собственно говоря, сейчас возникает вопрос о том, что грабеж украинского культурного наследия произошел, потому что оно оказалось не в киевских музеях, а в московских. Вот такой вот момент. Но этот собор разбирали долго, его разбирали 2 года. То есть его окончательно взорвут в 1937 году осенью, когда вот это здание уже будет почти достроено. А когда начнется его строительство, они столкнутся с тем, что геологическая разведка ошиблась. И склон, на котором положено все строить, он в плохом состоянии. И вышла такая ситуация, что проект уже утвержден, конкурс проведен, генплан заточен под то, чтобы все стояло тут. Проект утвержден, все, конкурс проведен, значит, надо укреплять. И это была целая эпопея с укреплением, тоже у меня в книге написано. Это вот сваи пришлось загонять на большую глубину, поэтому легенды, в Киеве ходят легенды, что там 11 подземных этажей. Ну, просто люди видели огромный котлован и слухи шли. Вот. Поскольку историю советской архитектуры у нас особо не изучали, а городские легенды очень любят бродить, поэтому в Киеве ходят легенды о том, что там миллион подземных этажей. На самом деле там действительно очень глубокий пришлось делать котлован, забивать сваи на большую глубину, чтобы это здание, собственно, не поехало. Он стоит на краю склона. И когда его сдают в 1938 году, уже все меняется к тому моменту, потому что те, кто принимали решения, партийное руководство, оно же все репрессировано уже. То есть, а соответственно, у плохого человека не может быть хороших решений. Соответственно, результаты конкурса сразу начинают осуждаться. То есть то, что считалось преимуществами, сразу становится недостатками. Лангбард, который приезжает на ввод здания в эксплуатацию, сталкивается с критикой. Его обвиняют одновременно в том, что он использует слишком дорогие материалы и слишком простой паркет. Вот. Его обвиняют в том, что, собственно, не было его решениями. Его обвиняют в том, что было условиями конкурса. И его обвиняют в итоге в том, что он испортил вид на Днепр, потому что здание торчит над Днепром. Хотя это было условиями конкурса, и его обвиняют в этом все те, кто участвовали в этом же конкурсе, и чьи здания также бы торчали, если бы они его выиграли. Вот это очень интересный эффект, который на самом деле говорит и о том, что такое тоталитарное общество, и о том, вот что такое человеческая природа, да? То есть те, кто ему проиграл в конкурсе, имели возможность отыграться, когда его покровители, ну, грубо говоря, те, кто выбрали его проект, были уже репрессированы. Поэтому это здание, начиная с 1938 года, начиная с его самого сдачи, оно критикуется одними и теми же аргументами. Одними и теми же. То есть то, что испортило вид из Днепра, то, что оно слишком большое. То есть это здание разрабатывалось для 600-метровой площади. Поэтому ордер такой крупный. А потом площади как бы не состоялась площадь. Да? То есть те здания, которые стоят вплотную, их не снесли. То есть это здание нет этого пространства. И говорят, слишком большой ордер давит на человеческое достоинство. Ну, вот Алан Барт рассчитывал ордер, соответственно, пространство, которое не состоялось. Вот. Ну и второе здание уже по проекту, который был утвержден теми, кого репрессировали, уже не стали строить. Поэтому вот у нас было построено это здание, в нем сейчас находится здание МИДа. Вот, и буквально там несколько лет назад я подготовил для них материал, теперь у них есть небольшая экспозиция об истории строительства здания, потому что они до этого не знали. Вот, но благодаря тому, что там есть люди, которым это интересно, теперь там есть эта экспозиция. Вот. Вот такая вот история вот этого грандиозного конкурса. А дальше у нас как раз для аналогии, давайте посмотрим, что у нас на следующем слайде, потому что дальше у нас конкурс создания правительства Тбилиси. Тут я вас попрошу рассказать о том, кто это делал, как это делали, почему конкурс был и чем они отличаются, как бы, стилистически, композиционно и так далее. Давайте их сравним.
Да, но здесь тоже интересная история, потому что, собственно, конкурс тоже проходил тяжело, в несколько этапов. Сначала привлекались исключительно только архитекторы из Москвы, потом состав поменялся, немного перемешался, как раз присоединились молодое поколение уже белийских архитекторов местных, и в итоге, значит, результаты тоже очень вымучивались, собственно, кто победит. С первого раза было непонятно, было проведено аж 4 этапа конкурса с 30-го, 31-го года и дальше до 34-го, там как раз вот эти все несколько этапов происходили. Собственно, с тем, как происходили эти этапы, шли очень большие дискуссии, а какая вообще должна быть современная грузинская архитектура, отвечающая вот социалистическому обществу грузинскому, отвечающему традиционным каким-то ценностям местным и так далее и тому подобное. В общем, весь этот ряд вопросов, он был поставлен на этом конкурсе, и вот как архитекторы на него могли ответить, так они и пытались. Что еще интересно, что на месте здания, которое сейчас здание парламента Грузии, был Александро-Невский собор, построенный в 1897 году, достроенный, его 20 лет строили, его тоже очень проблемная была стройка, огромный, самый, наверное, большой был в Тбилиси собор, который на множестве исторических фотографий был запечатлен, но для строительства парламентского правительственного здания его, соответственно, снесли, тоже очень долго разбирали, ничего не получалось, потому что его 20 лет строили, и разобрать было, в общем-то, тоже не так-то просто. Это не было каким-то историческим зданием, соответственно, там ему всего к 30-му, в 30-м году его начали сносить, как раз когда конкурс начали проводить, тогда начали разбирать это здание. И, собственно, выяснили тоже, что понадобится некоторое время на это. Вот. И здесь, соответственно, вот вариант архитектора Кокорина, один из вариантов, соответственно, на переднем плане это нынешний проспект Руставели, вот как он его себе представлял, и все, что, соответственно, на нижней картинке, это все часть одного варианта, это выходящая на другую улицу. Здесь была, собственно, большая проблема с тем, что здание должно было занимать квартал, Это один и вариант, оба да, это вот этот. два разных. Нет, подождите, это два разных варианта. Мне Я кажется, что это извиняюсь. два разных варианта, потому что они оба как бы показывают спуск к улице Да, Руставели. точно. Вот как раз это Вот. Поэтому из это очень разряда той интересно, же что сразу идет истории. задвоение. Ряда той же истории, что Кокорин тоже не знал, он очень хотел, я так думаю, победить, и не знал, какой вариант представить, и, соответственно, они участвовали вместе в соавторстве, здесь вот он указан один, но вообще-то они вдвоем с архитектором Лежавой создавали эти проекты, и представили на конкурсе два варианта, я думала, почему, что он будет дальше, ну ладно. Нет, это уже, это следующий участник, Чернышов, Ну вот ну, в общем, да, я это их два варианта. сортировал по годам. Да, Там да. был еще проект, который 34-го, то есть я их по хронологии разложил, он будет чуть позже. Давайте сейчас еще обсудим, что вот 32-м, 33-м еще появлялось, то есть к этому этапу конкурса. Кокорин и Лежава формально по как бы решению комиссии они победили, но профессиональное сообщество и когда конкурс был выставлен на какие-то публичные, значит, тоже обсуждения, эти проекты не понравились ни архитекторам, никому. И в итоге, соответственно, победили. Профессиональное сообщество имело какое-то вот влияние на тот момент. Ну, проходили, скажем так, проходили дискуссии. То есть я не думаю, вот опять же, что они действительно как бы были конечной инстанцией, которая принимала итоговые решения. Но слушания среди архитекторов, они действительно происходили. И так как формально архитектор был определен комиссией, которая утверждала, собственно, и участников конкурса. Конкурс тоже был закрытый. Было всего 4 команды, которые участвовали, которых пригласили участвовать. И она же, собственно, определила победителя. Но в процессе выяснилось, что проект неудачный, он не нравится. Плюс, опять же, начались некоторые какие-то уже политические обсуждения того, что, а действительно ли мы такой нужный ордер используем, а действительно ли у нас такие пропорции, а какой вообще, какое использование разных национальных элементов, а даже должны ли мы их использовать, а используем ли мы их в нужном количестве, и так далее, и так далее, и так далее. И в итоге случились другие проекты тоже, и случились другие, собственно, этапы этого конкурса. Давайте дальше посмотрим, что еще предлагали архитекторы. Группа Чернышова предложила вот такой очень простой, ну, в каком смысле очень простой вариант с абсолютно плоским фронтоном, с огромной тоже колоннадой, с такими вот лестницами по бокам.
Ну, этот проект дальше уже как бы никуда тоже не пошел. Давайте еще другой посмотрим проект. Непринцева. Непринцев тоже был местный архитектор, проектировавший в Тбилиси очень много. Он, собственно, как раз вот использовал мотив таких вот тоже немножко стрельчатых арок, собственно, как национальный мотив грузинский. Ну и в остальном такую как бы классическую тоже колоннаду использовал. Так, дальше. Это уже вот последний тоже этап конкурса. Местный молодой архитектор Урушадзе при консультации архитектора Кальгина. Кальгин архитектор был уже довольно опытный, уже к тому времени, к 1934 году, довольно пожилой, но он участвовал в проектах очень многих конкурсов, и его приглашали именно как такого старшего брата-консультанта. Он, собственно, например, вместе с архитектором Арчилом Курдиани участвовал также в строительстве вот стадиона Бориса Пайчадзе, первая версия. Потом в конце будет этот стадион здесь. Вот он... Его приглашали как бы наводить лоск в проект. Это вообще немножко такой дворец Дожи, как мне кажется, этот проект напоминает, потому что нижняя его часть, она прям как будто бы туда отсылает. Так, давайте дальше. Вот, еще вот такой проект совершенно оголтелый, да, уже... Такой вот ребристый стиль, который где-то отсылает тоже к Дворцу Советов. Немножко арт-деко, да, вот опять же здесь применен интересный проект, который потом, интересный прием, который потом появится в здании грузинского павильона на ВДНХ. Сдвоенной колонны, очень-очень высокие, вытянутые, вот с такой очень мелкой аркадой, с мелким шагом. И вот эти именно сдвоенные колонны, это очень такой вот будет впоследствии часто используемый прием в сталинской, именно грузинской архитектуре. Так, дальше. Ну и вот то, что было построено. Изначально построили только заднюю часть, задний корпус. И, как мы видим, передняя часть, соответственно, сделали такой сквер на момент того, когда будет начато строительство главного корпуса. С главным корпусом так и не смогли до войны определиться. И уже достраивали его после войны. Вот, и, собственно, так здание простояло около там 7 лет примерно. Да, сейчас вот сейчас. Это вид с Руставели, да. То есть потом появился, да, еще передний корпус, который мы сейчас все видим, где, собственно, все митинги проходят, да, 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 фонтан, этот памятник. Так, дальше. Вот, соответственно, дальше начинаются проекты. А как мы будем достраивать переднюю часть? Снова новый этап конкурса. Так получилось, что, соответственно, они разделили. Не смогли опять определиться, что будут строить в итоге. Поэтому проект было решено разделить на две части, построить сначала одну, на следующую провести снова конкурс. И вот появляется уже после войны, 1946 год, архитектор Арчил Курдиани. Он уже к тому моменту был главным архитектором Тбилиси. Архитектор Мелия, который спроектировал на площади Марджанишвили жилые дома. Собственно, где сейчас метро, вот эта вся площадь с курданерами вот этими, это все архитектор Мелия проектировал, и архитектор Соколова с ними вот в этом конкурсе участвовал. Опять здесь прием сдвоенной колонны, тоже такой очень уже как бы утвержденный классический. Ну, этот проект не победил. Победил, соответственно, мы знаем, какой проект. Окей. Так, ну давайте тогда дальше. Ага. Ну вот, соответственно, еще один вариант. Такой уже поскучнее, такой больше чемоданчик такой. Тоже та же самая команда представляла. Так, дальше. Еще вот такой был проект. Опять же, вот смотрите, одна команда представляет три варианта. К слову о том, кто как... Был еще такой вариант. Архитектор Чинкели, тоже, кстати, автор большого количества домов сталинской эпохи в Тбилиси, представляет еще тоже два своих разных варианта. То есть при этом они все равно уровень домов сохраняют. То есть это Руставели.
Ну, фронт — это Руставели, да, вот эта вся. Да, да, нужно было вписаться в участок, собственно. Здесь как раз видно, что очень сильный рельеф. Часть построена выше, по рельефу, которая замыкает заднюю часть как бы квартала. И, соответственно, осталось определиться вот с этой передней главной частью, фронтальной, которая выходит на проспект. Так, давайте дальше. Так, архитектор Непринцев тоже свой вариант предлагал. И можно еще дальше. Еще вариант такой уже как будто немножко такой дворцовый. Еще дальше давайте. Ну и вот, собственно, тоже Кокорин и Лежава предлагают в итоге проект, который побеждает. Они же как бы авторы той части, которая была построена сверху, и они в 1946 году выигрывают второй конкурс, вот этот вот уже на следующую очередь строительства, и реализуют свой проект, который мы и увидим, и можем наблюдать сейчас. Давайте дальше. Такие вот были, собственно, когда их проект утвердили, начались очень... тоже долгие мучительные поиски вот вариантов интерьера. Здесь тоже, как мы видим, очень разные варианты. С одной стороны, какие-то попытались использовать шатровые мотивы, например, как на картинке справа вверху. Какие-то, в общем, очень тоже происходит большой-большой-большой поиск. Наверное, один из самых, как мне показалось, интересных — это слева внизу. Собственно, потом часть этих приемов будет использована в других зданиях, например, в здании музея национального в Тбилиси. То есть вот какие-то интерьерные как раз приемчики, они очень хорошо, как мне кажется, почувствовали своего какого-то такого времени. Но в итоге вот эти все эскизы не были потом реализованы, это все не случилось. Так, дальше. Ну и вот, да, соответственно, тут мы видим, как это потом реализовалось. Задняя часть построена до Второй мировой войны, и часть, которая построена уже после 46-й, 48-й год. Дальше. Еще одна фотография. Ну, это уже, да. Вот и дальше еще один конкурс. Так, можно, если там где-то Андрей есть, попросить Андрея проверить сообщение. Тут у меня к нему вопрос есть. А мы сейчас будем переходить к еще одному очень важному конкурсу. То есть здесь их интересно сравнить, потому что у меня возникла некоторая аналогия, вот как с конкурсом правительственного центра в Киеве и здания грузинского парламента. То есть здесь как это аналогия длинный, затяжной, многоуровневый конкурс, где пытаются найти идеальное здание, и его все-таки находят. Ну, как это... Ну, но что интересно вот для меня, например, было, это то, что в случае Тбилиси здание все-таки разделили на два этапа и достроили после войны. Потому что в случае Киева у нас вышла ситуация, что второе здание не было построено. То есть у нас в какой-то степени вот этот конкурс привел к строительству одного здания из двух. То есть получается, что у нас ансамбль остался незавершен. Хотя были разговоры о том, чтобы как-то его завершить уже в 50-е годы, но это не было выполнено. Вот, а теперь я хочу сравнить два конкурса. Это конкурс здания Верховной Рады с зданием ИМЭЛС. То есть, да, вроде бы парламент не с парламентом, потому что эти конкурсы интересны, и эти здания, у них есть некоторые общие элементы, общие черты. Ну, очень разная судьба, вот поэтому давайте сейчас поговорим про них, и вот давайте я чуть-чуть расскажу про конкурс здания Верховной Рады. Давайте там через один слайд. Да. Значит, история конкурса. Киев переносится в столицу, и центральным органом власти является еще не парламент, а Центральный исполнительный комитет, который работает в округах, собирается на сессии. Соответственно, когда они собираются на сессии, им нужен зал заседания. Когда они приезжают в Киев, им отдают Мариинский дворец. То есть тот дворец, в котором императоры останавливались, когда останавливались в Киеве. Это был императорский дворец. Соответственно, им отдают этот дворец в качестве здания Центрального исполнительного комитета, но дворец не может разместить их на сессии. Соответственно, им нужен зал заседания.
И вот один из вариантов, который предлагается архитектором Ленецким, это перестроить дворец так, чтобы в нем появился зал заседаний, то есть настроить туда еще этаж. Мы видим купол сверху. То есть зал заседаний встраивается прямо в барочный дворец, при этом он надстраивается в барочном стиле. То есть мы видим, что это как бы продолжается, эта стилистика. Но вот этот вариант был достаточно быстро отброшен, но он был опубликован в прессе того времени. То есть вот такой вот интересный пример. Но остальные все проекты уже касались соседнего участка. Давайте посмотрим на них. Участок вообще был непростой. Получается, что у нас по масштабам? Это улица, небольшая улица, застроенная низкоэтажная застройка, то есть это особняки и императорский дворец. То есть императорский дворец там 1-2 этажа, особняки, ну, тоже 2, ну, максимум там 3 этажа было что-то. Там один доходный дом еще был, он был, по-моему, 4 этажа. То есть окружающий контекст низкоэтажный. Пространства мало, улица достаточно узкая. И вот здесь, на этом узком участке, нужно поставить здание, которое будет выражать как бы уже советский дух, но при этом сочетаться с окружающим контекстом. Вот это что интересно. Поэтому все проектируют здание небольшим, 2-3 этажа. И некоторые пытаются его вязать по масштабу с дворцом, некоторые пытаются его вязать по масштабу с окружающим пространством. Это очень сложная задача ставится. Вот архитектор Григорьев, который строит дома для совнаркома, вот он предлагает такое здание не классическое, опять-таки угол здесь. Получается, два фасада важно. Один фасад выходит на площадь. Ну, административно это как бы тогда считалось площадью, но сейчас это просто открытое пространство перед парламентом. То есть его как бы главный фасад выходит туда. А другой фасад это тот, который упирается в перспективу улицы Шелковичной. То есть есть два важных место. Это главный фасад, который выходит на площадь, и фасад, который заканчивает улицу. Вот их надо проработать. Вот здесь вот он предлагает очень интересное такое скругление, потому что внутри зал заседаний, над ним купол с дневным светом и так далее. Но там что-то у него не подошло по внутренней планировке, там пересечение потоков, то есть они оценивали не только эстетическую сторону, но и функциональную. Они оценивали планировку, они оценивали реалистичность, насколько реально построить то, что они предлагают. Вот что интересно. Давайте дальше. Вот еще один проект. Здесь их немного. Проект архитектора Рыкова. Вот Рыков – это представитель еще царской школы. И вот здесь видно по масштабу, что ну, это здание оперного театра, да? Огромное. Да, он прорабатывает фасады, скульптурные группы, но он это любит. То есть он так проектировал еще в царское время. Богатый декор, колоннады, статуи и так далее. Но Рыков по масштабу не вписался, то есть это здание и по кубатуре, и, соответственно, и по стоимости превышало все как бы ожидаемые ограничения. То есть у него проект оказался слишком грандиозным относительно того, что он. Хотя вот смотрелся он достаточно симпатично. И было еще пару проектов. Дальше давайте посмотрим на, кто у нас следующий. Штейнберг. Опять-таки, Штейнберг как архитектор-конструктивист постепенно тоже вот осваивает эту новую эстетику. И он предлагает здание, главный фасад которого решен такими, ну, я бы сказал, провел здесь аналогию с архитектурой гитлеровской Германии, с вот этими очень крупными окнами. Статуи по центру. Но эта архитектура, она вот она тяжелая, она масштабная, но вот она не настолько изящная, насколько вот в Киеве обычная сталинская архитектура, она более изящная обычно. А здесь именно какая-то такая фашистская строгость. Но при этом Штейнбергу что сказали в комиссии? Потому что я читал в том числе заключение комиссии по каждому из проектов. Так вот, Штейнберг здесь предлагал 11-метровые окна без рам. И они как бы сказали, что такого размера стекло никто не может изготовить. То есть такие окна нереальные. А если их разбивать на рамы, то оно уже будет смотреться как решетки. И вот это одно из главных. Ну, там еще были какие-то функциональные замечания, насколько помню, внутри. Там то ли что-то забыл, то ли опять-таки что-то с внутренними потоками людей, потому что там нужно было и гардеробы, и столовая, и кинозал, и все вот это вот. Но к нему в том числе было замечание в том, что такие окна нельзя сделать. Потому что 11-метровое стекло никто не может изготовить. Вот это вот было одно из замечаний, почему проект Штейнберга считался не самым лучшим. А вот дальше у нас
Мне кажется, уже победитель на следующем будет. Давайте посмотрим. Следующий слайд. Вот, это проект Заболотного. Вот, что интересно, в нем узнается современное здание Верховной Рады. Правда, мы видим, что вот те скульптуры на крыше, они потом через какое-то время оттуда исчезли. Были реализованы скульптуры перед входом. Ну вот у Заболотного лучше всего удалось сочетание масштабов с окружающим контекстом, проработка фасадов, стилистические решения, а также продуманы вот внутренние, вот те внутренние функциональные моменты, которые, казалось бы, в сталинской архитектуре не бывали на первом месте. Но именно здесь они у него оказались удачными, и поэтому он выиграл конкурс. То есть там вот это все расположение объектов и все остальное. Что еще интересно? Здесь мы не видим знаменитого купола. Этот купол появляется позже, потому что изначально он планирует плоский купол с дневным светом, но постепенно, уже выиграв конкурс, он его перерабатывает, и появляется вот этот купол. Потом, когда в конце 40-х ее восстанавливают после пожара, купол становится на метр выше из там соотношений пропорций и так далее. Вот посмотрим, что еще интересного есть в Верховной Раде. Вот на следующих слайдах. Это здание публичное. То есть, нет, вот это вот вид, как оно было построено. Потом был пристроен еще полукруг комитетов. То есть, когда это уже был парламент, ему нужны были комитеты, потому что изначально это чисто зал заседаний для исполнительного комитета. То есть, там зал заседаний, ну и всякие там же гардеробы, библиотека, кинозал, столовая, вот все такое. А когда нужны комитеты, то нужно, ну, и Верховную Раду передали еще кучу других помещений и пристроили полукруг по проекту Натальи Чмутиной, которая вот работала в бригаде Заболотного. Поэтому этот западный фасад сейчас закрыт. Его не видно с улицы. Давайте посмотрим дальше. Дальше будут у меня некоторые фотографии интерьеров. Чем интересна Верховная Рада? Это в том, что в отличие от других правительственных зданий, здесь, ну, это публичное здание. То есть какие-то военные там здания или другие, они не имеют такой вот степени публичности. А вот здания вот Центрального исполнительного комитета и дальше Верховного Совета, они публичны. И вот для них продумывается очень внимательно дизайн интерьера. Люстры продумываются, светильники продумываются, дизайны дверных ручек, дверей. Все это проработается автором, это даже еще публикуется в прессе того времени. Внимание уделяется дизайну деталей. Вот давайте посмотрим еще пару кадров следующих, там вот это будет. Вот, например, это изначальный дизайн, который был, то есть статуя Сталина и Маркс, Энгельс, Ленин сверху в виде барельефов. Но обрати внимание на дизайн, то есть в дизайне интерьера активно использовались орнаменты, которые отсылали к национальному орнаменту. То есть здесь украинского стиля вот в каких-то элементах мы не найдем, но мы можем найти здесь определенные элементы в именно элементах дизайна. И вот давайте посмотрим следующий слайд. Вот здесь тоже есть интересно. Мы видим розетки, то есть прорисованы как качественно. И вот этот главный вход, то есть главный вестибюль, из которого две лестницы, которые расходятся в разные стороны наверх, это то решение, которое Заболотный, вероятно, позаимствовал у архитектора Кричевского здания Полтавского земства. Полтавское земство – это такая икона украинского модерна. И вот, вероятно, Заболотный позаимствовал это решение оттуда. Здание, на самом деле, очень богато оформлено, там вот все эти элементы дизайна. Все это пострадало в время войны и потом восстанавливалось. И вот у меня даже есть интересные фотографии, как я нашел фотоальбом, как оно было с 39 по 41, как оно было потом. И вот там дизайн отличается, в том числе там дизайн лампочек отличается, дизайн люстр отличается, дизайн каких-то элементов. То есть это все, получается, разрабатывалось заново. Дизайн, то есть они не по довоенным чертежам восстанавливали здание, они заново разрабатывали документацию, которая отличалась. То есть фотографиям видно, что люстры отличаются. Вот такая вот интересная особенность. И что у нас там дальше? Возможно, это все, может и нет. Вот. И вот здание Emails, которое мне вот показалось, что его стоит сравнить, потому что в нем тоже внимание уделялось интерьерам. Что, собственно, видно по некоторым и публикациям и так далее. И тоже интересный момент конкурса. Но вот попрошу вас рассказать в том числе про его судьбу, потому что я видел его последний раз, ну, это еще в доковидные времена. Я помню, что он какое-то время стоял заброшенным, потом там были какие-то реконструкции, реновации. Но вот интересно, как бы, во что оно превратилось сейчас и
Расскажите, пожалуйста, про этот конкурс, про это здание. Сейчас, оно сейчас имеет функцию гостиницы, плюс там проходят разные мероприятия, какие-то большие выставки, какие-то большие конференции, поскольку там был огромный зал. Ну, это сейчас конкурсные проекты, сейчас немножко поговорим про них. Но стойте. Да, вот, собственно, его строили Институт Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Потом он был сначала МЛ, потом С в конце добавили. Соответственно, это научно-исследовательский институт, который занимался сбором, сбором информации, документации, публиковал труды, соответственно, всех этих людей. И, соответственно, там происходили также какие-то научные заседания, обсуждались концепции, ну и разная вот какая-то такая работа происходила. И объявляется конкурс, опять же, в начале 30-х на это большое, очень важное для, в тот момент для Тбилиси здание. Конкурс тоже закрытый, участвуют тоже сначала архитекторы, только исключительно московские. Конкурс курирует непосредственно Берия, это как бы его зона ответственности. Вообще Берия очень по прямому как бы указанию Сталина очень сильно наблюдал всегда за тем, что происходит в архитектурной среде в Тбилиси и, в принципе, в Грузии. И он, собственно, сам какое-то время учился и готовился стать архитектором в молодости еще когда-то, поэтому его тема всегда это, собственно, очень интересовала. И, насколько я знаю, он продавливал с самого начала, продавливал победителем этого конкурса архитектора Щусева и фактически привлек других архитекторов для участия, ну, так, формально немножечко. Но проблема оказалась в том, что Щусев, будучи архитектором и довольно занятым, и уже довольно прославленным, особо себя не утруждал в подготовке к этому конкурсу и прислал работу очень... Давайте смотреть, я буду рассказывать по ходу как раз дела. Вот, собственно, те же самые на самом деле у нас участники, что и в предыдущем конкурсе. Кокорин, Щусев тогда не участвовал, сейчас участвовал, прислал. Собственно, этот вариант фасада, который внизу, он очень похож на то, что в итоге реализовали. Такой супермощный фасад с огромными колоннами высотой в 4 этажа. Вот, кстати, у меня есть такой вопрос. Существуют ли какие-то такие примеры зданий, из которых Щусев мог взять вот это решение фасада с вот этим расположением колонн? Вот есть ли какие-то примеры? То есть мог ли он где-то позаимствовать? Я думаю, что, скорее всего, да. Учитывая вообще принципы, которыми руководствовался обычно Щусев при проектировании, он очень часто занимался заимствованием каких-то отдельных деталей. Конкретно здесь я, честно говоря, не нашла информации, на что вот какой-то прототип, который он бы использовал, но что учитывая... Мне как раз этот прототип был интересен, потому что я недавно обнаружил одно здание в Макеевке. То есть это вообще это даже не областной центр, но двухэтажный дворец культуры трубного завода, в котором есть, вот он наследует максимально это здание, но в уменьшенном виде, точно такое же количество колонн, также расположенных, также у нас, ну, вообще, объемно-пространственное решение, не знаю, что внутри, но фасад явно срисованный отсюда. Поэтому было интересно, это срисовывали у Щусева, либо они вдохновлялись общим каким-то прообразом. Я поищу еще раз. Вот, честно говоря, пока готовилась к этой лекции, я не нашла такого конкретного примера, который бы был бы указан где-то в литературе. Ну вот проект, мне кажется, интересно еще посмотреть. Вот есть кусочек проекта Северова Николая, который сверху. Он предлагает, опять же, один из своих любимых приемов, который он часто использовал, опять же, сделать такой небольшой курдонер и заглубить главную часть фасада по отношению к основной улице. Не проходит этот вариант и выбирают в итоге все-таки проект Щусева. Давайте дальше посмотрим. Вот, собственно. Еще одна из как бы вариаций, такая уже более богатая, впоследствии не реализовался такой более навороченный вариант, где очень много декора. В итоге Щусеву из-за как раз проблем с проработкой своего дизайна в напарники дают Северова, поскольку Северов живет в Тбилиси, он очень много проектировал в Тбилиси, и Северов разрабатывает уже в своей мастерской все рабочие чертежи этого здания, и они как бы, ну, фактически становятся такими соавторами на этом проекте. Давайте дальше. Вот уже в, собственно, ну, в реализованном виде, как мы
ну, по сравнению с предыдущим слайдом, можно сравнить, декора гораздо меньше и во внутренней части фасада, которая за колоннадой, и на внешнем фасаде. Вот что интересно, кстати, если мы сейчас можем увидеть, рядом слева здание центрального телеграфа. Сейчас, конечно же, там же не это находится. Там сейчас огромное другое здание 80-го года постройки. Вот тоже интересный такой срез времени, что здание строилось в контексте окружающей тоже очень низкоэтажной застройки, и оно выглядело таким гигантом по сравнению с теми, со своим окружением, потому что его окружали фактически здания гораздо меньшего масштаба. Давайте дальше. Так. Дверные ручки тоже. Это вот то, здесь... на что я хотел обратить внимание, на вот именно национальные элементы в дизайне интерьера здания. Почему это еще раз возникло желание сравнить именно эти два здания? Да, здесь как раз перекличка, тоже здание публичное, в него имеет доступ большое количество людей, поэтому интерьерам уделяется огромное внимание, как раз здесь можно оторваться, собственно, на каких-то уже более традиционных вещах, поскольку, опять же, как я уже говорила, грузинская резьба и по дереву, и по камню, это, ну... Действительно, такой национальный символ, очень важный. И вот поупражняться, опять же, ковка какая-то художественная. Это все очень интересные приемы, не всегда даже имеющие отношение прямое к архитектуре, но вот архитекторы их используют на полную катушку вот в интерьере Emails. К сожалению, сейчас я предваряю ваш предыдущий, ну, точнее, отвечаю на предыдущий вопрос, что сохранилось сейчас, поскольку здание стало гостиницей, оно претерпело полную реконструкцию, и ничего из этого практически не сохранилось. Ну, это, конечно, да, это очень печально, оно, потому оно что долго стояло заброшенным. Ремонт часто это такая опасность, сравнимая с пожаром, да, относительно интерьеров здания. Да, ну вот еще один кадр из, собственно, национального архива. Справа «Заря Востока», которую я уже показывала, рассказывала, и вот слева «Emails». Давайте дальше. Дальше у нас есть несколько примеров буквально стадиона и жилого дома, на котором можно посмотреть, что у нас есть. Ну, давайте посмотрим следующий кадр, следующий слайд. Вот. Расскажите, пожалуйста, про этот дом. Я помню, что я его видел, когда я был в Тбилиси 4 года назад. Вот я помню, что здесь где-то 10 этажей, если я не ошибаюсь, да? Да, так и есть. Это 100-квартирный дом на площади Героев в Сабуртало в районе. Собственно, это новый район, который присоединили городу в начале 30-х, когда создавали новый генеральный план 34-го года. И, соответственно, это парадная площадь на при въезде в этот район. Чуть выше, вот на кадре справа вверху, там видно как раз строящееся тоже здание технического университета, которое сейчас, оно, по-моему, так и есть, политехнический институт. Там левее это кадр уже чуть более поздний, справа внизу это кадр, здесь еще видно цирк 40-х, начало 40-х годов постройки Николая Христофоровича Сатунц. Начало, то есть он еще довоенный получается. Цирк, да, ну он как бы, он строился во время войны, в принципе, в Тбилиси же не велись никакие военные действия, ну, да, поэтому да, здесь... Да. Такого четкого разделения нет. Да, ну. Нет, до войны, после войны, здесь ничего даже и не пострадало, в принципе, бомбежек тоже в городе, насколько я помню, не было. Здесь интересно, кстати, еще взглянуть как раз на, ну, собственно, это интересный проект, как мне кажется, тоже своего времени, поскольку здесь архитекторы решали не только пространственную задачу, но и некоторую стилевую. То есть рельеф очень сложный, место очень сложное, площадь не имеет фактически углов, но в то же время она имеет сразу несколько каких-то очень сложных видовых точек с разных улиц, которые сходятся здесь в центре. И вот архитекторы решали, ну... Интересные такие действительно вопросы. Если зайти во двор, то, кстати, этого дома, то фасады гораздо более бедные, чем нежели, соответственно, парадные. Ну, мне это кажется, это общее свойство сталинской архитектуры, да. Ведь важность фасада в иерархии пространственной, она разная. То есть главный фасад, его видит намного больше людей, чем дворовой, соответственно, поэтому главные фасады всегда важнее и богаче оформлялись. Это очень хорошо, кстати, видно, когда, допустим, большой крупный карниз исчезает на боковой стене и превращается в какой-то такой очень скромный, потому что то пространство уже намного меньше значит.
Ну, здесь фактически то же самое, на самом деле, произошло. Сейчас, в принципе, в контексте уже даже появившейся вокруг застройки, здание все равно выглядит довольно масштабно и продолжает эту площадь удерживать. Хотя она видоизменилась, там появилось несколько эстакад, и появилось в центре, появился такой как бы памятник, монумент. Но, тем не менее, как мне кажется, в итоге вот пространственно именно архитекторами было найдено очень интересное решение по тому, как такое сложное пространство действительно организовать. Да, очень интересно. Кстати, пересчитал 11 этажей, не 10 там. Все-таки 11? Вот, да-да-да. Ну, и я помню, когда я был в Тбилиси в 2019 году, я заходил во двор, но во дворе я увидел огромное количество пристроенных балконов. Это общая проблема для всех зданий в Тбилиси. Да-да-да, я знаю, помню это. Да. Вот, но что интересно, вот опять-таки сравнить масштабы, то есть в Киеве такого масштаба зданий не было. Именно в высоту, то есть 11 этажей, у нас самое высокое это здание кабинета министра, но это правительственное здание, оно строилось вообще для НКВД. Несколько жилых домов, ну там 7-8 этажей, буквально их несколько, и за счет склона часто такая высота получается. Но для Киева основная высота в это время это 4-5 этажей. Очень редко там больше, 6. И вот основная высота как раз 4-5. И вот на следующем слайде я хотел показать самый большой, самый длинный дом Киева, построенный в межвоенное время. Это дом с общей длиной фасада 450 метров. В доме 22 подъезда. Высота у него 4-5 этажей. Здесь еще, он занимает ту большую часть улицы, на которой находится. То есть у него номер 7. Это последний дом по этой улице, потому что ну, улица, по сути, длиной в, грубо говоря, два квартала. Ну, даже если не считать поворота, то один. И вот этот дом занимает большую часть. То есть он находится на трех сторонах. Как бы вот если вот он обходит квартал, и он сразу как бы с трех сторон квартала этого дома есть подъезды. Но что интересно, здесь ну, его строительство велось в 1934-1935 году. Этот дом строился для НКВД. И как раз НКВД находилось рядом, то есть он строился после переноса столицы. Здесь мы видим вот этот огромный курдонер. Курдонер этот самый большой в тогдашнем здании, которые были построены в то время в Киеве. То есть он 85 метров курдонер этот. Курдонер опять-таки мы видим, вот обратите внимание, там есть арка. Но опять-таки соотношение арка – это окно Палладио. То есть у нас есть центральная арка и два боковых прохода. И они все суммарно образуют квадрат. Вот, там есть декорации с годами постройки. И мы видим, что в курдонере здание пятиэтажное, потому что там больше как бы, вот такой запас пространства есть. А на улицу он выходит четырехэтажными секциями. Вот, я слышал, что там есть какие-то гигантские квартиры, чуть ли не до 10 комнат. Ну, внутри не доводилось бывать, но в целом там две квартиры на этаж обычно. И некоторые из них, я так понимаю, дело в том числе для тогдашней элиты. Он все-таки строился для НКВД. Его немножко ругали за то, что он конструктивистский, но суть в том, что вот этот подход к строительству дома, когда он занимает, по сути, целый, ну, большую часть квартала, то есть он с трех сторон его обходит, и этот дом самый длинный тогдашний Киев. Вот это очень, в нем есть все, что можно встретить вот в домах тогдашнего Киева. То есть это курдонеры, которые попадаются, это вот эта серая штукатурка под шубу, которая как раз с 1934 года в Киев приходит, потому что она вот явно приходит вместе с Харьков, вместе с переносом власти из Харькова. Потому что в Киеве до этого ну, вот, не штукатурили, вот, либо их штукатурили, но не было этого, вот серой шубы этой не было. Она появляется именно в 1934 году. А вот первую пятилетку многие дома не штукатурили, они до сих пор не штукатурены стоят. Но там качество кирпича выше. Вот, то есть, этот дом такой характерный пример того, как строили в Киеве в то время, и вот, ну, это один из моих таких любимых домов, потому что он самый длинный, и, в принципе, до сих пор, даже если сформировать список самых длинных домов в Киеве, ну, включая даже те, которые там в 80-х строили, там очень длинные дома у нас есть, он все равно будет, я думаю, что там, ну, если не в первой десятке, то в первой двадцатке точно. И давайте еще сравним стадионы, вот у нас еще есть парочку последних слайдов. Вот, это стадион, который строился в Киеве, еще начиная с середины 30-х годов. Стадион этот республиканский, потом он назывался стадион имени Хрущева, потом опять республиканский, сейчас он называется Олимпийский, и вот он совершенно не выглядит уже так, как сейчас. Что было вообще здесь задумано? Задумана была такая очень интересная идея, что стадион строился впритык к склону,
Соответственно, срываемый грунт насыпался и формировал трибуны. То есть при строительстве стадиона не нужно было привозить грунт для насыпания трибун. Такая вот интересная идея. Дальше. На вершине трибун, верните назад, это все, у меня всего один слайд про него. На вершине трибун высаживали деревья для того, чтобы когда они вырастут, они создали естественную тень для тех, кто сидит на стадионе. Такая интересная идея. И эти деревья срезали уже перед Олимпийскими играми, когда в Киеве в рамках реконструкции настраивали второй ярус трибун. Тогда эти деревья срезали. А вот при строительстве, вот это вот была изначальная идея, что у нас зеленая естественная тень, которая увеличивается с каждым годом, что деревьев все больше и больше. Вход был решен в виде вот такой колоннады. Видим, что там еще есть барельефы Ленина и Сталина. Потом они оба исчезнут. Вот эти вот ворота. Видим, там было 249 этих кованых решеток. Очень красивая работа по чугунному литью. И еще в этот кадр попала очень важная деталь, на которую я всегда обращаю внимание. Это кассовый киоск. Ну, казалось бы, кассовый киоск, что в нем такого интересного? Вот кассовый киоск, видно было... Тут я немножко пару слов о том, кто его строил. Строил архитектор Гречина. Я читал его книгу. Гречина изучал строительство стадиона. Ведь, по сути, в досоветское время стадионов особо и не строили. Массовый спорт и стадионы, которые для него нужны, появлялись в советское время. То есть это был новый тип сооружений. А до этого, в принципе, массового спорта не было. То есть ориентиром для него была античность, которые были стадионы и амфитеатры. Вот у Гречина есть книга, в которой он анализирует все известные ему античные стадионы. По шагу ступенек, по наклону, по вот размерам и так далее. И поэтому у Гречина есть еще одна цитата из античности. Вот кассовые залы этого стадиона – это цитаты храма Венеры в Баальбеке. То есть, кому интересно, можете просто загуглить. Храм Венеры в Баальбеке. Вот это те же формы. Но, к сожалению, это все было снесено в рамках подготовки к Евро-2012. То есть, все. Вот кассовые киоски, колоннада, все вот эти вот решетки ворот, которых я посчитал, что их, в документе было упоминано, что их 250, все уничтожено. И теперь там вот стадион полностью был реконструирован под футбольный чемпионат. И, по сути, это можно уже относить к утраченному. То есть этот стадион у меня относится к книге «Несуществующий город», к разделу «Утраченного». Потому что никакой из оригинальных элементов его не сохранился. Но, насколько я знаю, что похожая судьба и у стадиона, который в Тбилиси, который у нас на следующем слайде. Вот расскажите. К началу 30-х годов в Тбилиси нету никакого большого стадиона. Самая большая спортивная площадка в парке Веры, но она открытая, она такая просто была устроена еще до революции. Там проходили какие-то спортивные игры, но она такая, в общем, никак не совершенно не оформлена, а для проведения действительно каких-то футбольных матчей, больших соревнований, там, не знаю, забегов, каких-то мероприятий там по легкой атлетике, ничего этого нет. И вот нужен стадион. Под него выделяют, соответственно, огромный кусок города в районе. Вот, кстати, в нижнем левом углу видно кусочек дома трамвайщиков, про который я рассказывала, вот прям чуть-чуть он попал сюда. И, соответственно, вот объявляется конкурс на строительство, причем конкурс в этом случае уже открытый. Стадион не такое важное сооружение, как правительственный центр, поэтому здесь правила немножко более такие простые игры. И побеждает в этом конкурсе архитектор молодой Арчил Курдиани. Соответственно, в 29-м году он только выпустился из университета, он молод, он вообще полный идей и очень хочет проектировать. Ему дают напарники опять архитектора Кальгина, уже такого тоже мастера опытного. И вот вместе они создают такой проект на 27 тысяч зрителей. Этот был стадион. К началу 70-х стадион уже вообще не отвечает тем требованиям, которые, и предъявляет город этому стадиону, и... в принципе, нужен для того, чтобы принимать какие-то другие большие команды, устраивать какие-то мероприятия. Это на тот момент главный в городе стадион, в принципе, он и сейчас главный. Вот, его решено реконструировать. Но здесь поступают таким образом, что привлекают уже
такого уже маститого и опытного архитектора Арчила Курдяни. Он уже побывал за это время главным архитектором Тбилиси. Он всем известен, в профессиональном сообществе он очень уважаем. Вообще династия Курдяни, она до сих пор существует. Правнук Арчила Курдяни, он сейчас архитектор, у него архитектурное бюро, и внук его, они вместе вот сейчас архитекторы, которые тоже в городе проектируют. И Арчил со своим сыном в конце 60-х, примерно там 68-69 год, они создают проект реконструкции. То есть его сын как бы перенимает вот эту эстафету проектирования стадиона, и они, ну, фактически, на самом деле, от того, что было, ничего не остается, но они создают новый проект вместе. Проект переделывается, и в 2006 году снова переделки, снова, значит, уже с 70-х годов все устарело, никак это не реконструировалось, не ремонтировалось особо. И уже тогда его сын вместе с внуком переделывают снова этот стадион. В общем, у них это семейная история. Он так из рук в руки у них переходит. И, в общем-то, как бы да, то есть в этом случае мы никаких архитектурных деталей от 30-х годов уже не узнаем, но мы знаем, что это все проектировалось одной семьей. И вот рядом с этим стадионом через две улицы, чуть повыше, есть улица, названная именем Арчила Курдяни, видимо, как раз вот в, как бы к отсылке о первом вот этом проекте. Вот какая-то с этим стадионом как раз какая-то такая история произошла. Не знаю, насколько она хороша. Наверное, для проекта первоначального это печально, что мы ничего из этого сейчас уже не можем увидеть, но вот такая история преемственности в архитектуре. Да, к сожалению, вот одним из элементов преемственности является то, что предыдущие эпохи не ценятся, и новый слой архитектуры заменяет предыдущий, а не дополняет или как бы обогащает. То есть это такая общая проблема, и я на самом деле вот, ну, я ее осознал когда-то, когда я попал в Барселону, и там есть стадион, построенный тоже в межвоенное время с башней, вот этот крупный стадион у них. Они его сохранили, они сохранили башню, они сохранили какие-то элементы дизайна. И вот, оказывается, можно даже в условии современных требований к стадионам, которые, понятно, что изменились за 100 лет, но сохранять элементы дизайна, то есть ценить здание не только как набор функций, но и как набор каких-то эстетических элементов. Понятно, что стадионы как раз в этом плане, они страдают чаще, потому что там требования меняются. Но тем не менее, есть примеры, когда и такие здания сохраняют. Вот. Насколько я помню, это у нас последний слайд на сегодня. Вот давайте перейдем. Возможно, есть вопросы у вас или у кого-то из зала. Давайте обсудим. Спасибо за вопрос. И спасибо за то, что повернули камеру, и что я увидел того, кто задает вопрос. Генеральный план Киева, самый ключевой, был разработан как раз в 1935 году. Он у меня рассмотрен в книге о правительственном центре реконструкции столицы. Потому что вот эта идея реконструкции Киева для новых функций совпала с переносом столицы. Переносят столицу и видят, что улицы узкие. Видишь, что есть целый ряд проблем, каких-то диспропорций в городе, негде разместить правительственное здание, то есть нужно планировать рост. И вот генплан 1935 года стал самым амбициозным, потому что впервые для Киева
официально решили, что город должен распространяться и на левый берег Днепра. То есть исторически Киев всегда был на правом берегу Днепра. И до сих пор некоторые снобы говорят, что вот те, кто живут на массивах по ту сторону Днепра, живут в Черниговской губернии. Это есть. Такое у меня есть некоторые друзья, которые надо мной шутили, когда я жил на левом берегу, что вот мы тут к тебе едем в Черниговскую губернию, давай встретимся. Но суть в том, что генплан решает эти вопросы, он решает вопросы формирования ключевых магистралей, то есть транспортная модель города появляется, прокладываются часть, ну, вот, задумана во всяком случае часть тех магистралей, которые будут созданы, которые будут ключевые в последующие годы. То есть не все это было сделано до возникновения следующего генплана, но во многом следующие генпланы будут базироваться на генплане 1935 года. И в том числе понятно, что этот генплан был завязан на конкурс правительственного центра. То есть нужно было решить, где будут правительственные здания, и, соответственно, от этого плясать. Потому что вариантов было несколько, его планировали и южнее сделать, и в совершенно незастроенном месте, чтобы не было никаких сносов, но, соответственно, если ставить там, где нет ничего, то это нужно прокладывать коммуникации, трубы, свет, воду, там, дороги и так далее. Поэтому пока не был закончен конкурс правительственного центра, не могли закончить генплан. И поэтому вот очень интересная закономерность, которую я наблюдаю, что генеральный план был, кстати, генеральный план был утвержден 15 декабря 1935 года. То есть, ну, почти сегодня. Вот, да. То есть, и перед этим в ноябре проводится конкурс. То есть, как только заканчивается конкурс, могут закончить генеральный план. То есть, это реально вот последние эскизы. Просто я датировку смотрел по эскизам. Последние эскизы конкурса – это конец ноября. То есть, соответственно, в конце ноября они проводят этот третий этап конкурса, окончательно понятно, что все, и тогда уже пускают в ход, ну, утверждают генплан, и он попадает в журналы за начало 1936 года. Соответственно, первый выпуск в 1936 году включает в себя новый генплан, и там рассказывается детально, что будет, как будет. Генплан этот грандиозный, в рамках этого генплана были разработаны эскизы ключевых площадей, нереализованные. То есть у нас, к сожалению, в Киеве не реализованы многие площади в виде ансамблей, хотя замышлялись и очень интересные ансамбли планировались. И потом генплан 47 года тоже, он во многом повторяет генплан 35-го, ну, с теми изменениями стиля, которые были, потому что это уже была такая, более такая сформулированная сталинская архитектура, уже вертикально вытянутая, со шпилями, с башнями. Но все-таки середина 30-х, это еще какое-то такое время экспериментов, где у нас есть и неоклассика, и ар-деко. И в этом плане были очень интересны некоторые эскизы. Вот они, вот все, что мне удалось найти, интересно, все это присутствует в книгах, либо о правительственном центре, либо о несуществующем городе. Ну, вот генплан и его, как бы, суть проанализирована в правительственном центре реконструкции столицы. Ну, 35-го года. Да, он был запланирован на много лет, был на 15 лет запланирован. На 10-15 лет. А вот смотрите, генеральный план, это, вот, основное изменение какое? Что война принесла разрушение. Соответственно, немного изменились приоритеты. Разрушение Крещатика – это основа для того, что сдвигаются акценты. То есть, если в какой-то степени до военного времени рассматривалось, что центральная, как бы, площадь для всех демонстраций и парадов будет площадь возле правительственных зданий, да, то есть видно, по всем этим эскизам мы видели, да, все эти демонстрации, парады, которые еще непонятно куда потом идут. Это тоже проблема, которую я рассматривал, потому что там склон. А на некоторых эскизах изображено, что вот эти все демонстрации, они идут вниз по лестнице. И вот я думаю, что танки после парада тоже будут ехать вниз по лестнице. Это тоже очень интересный вопрос. Проблема подъездных путей. Ведь для таких массовых мероприятий должны быть не только, как бы, площадь, но и площадь должна быть протекаемая.
И вот идея сделать из Крещатика эту улицу, ну, она в какой-то степени связана с тем, что раз Крещатик восстанавливаем, то он становится главным центром, и все парады, в принципе, они и до военное время ходили по Крещатику. Но Крещатик становится такой парадной магистралью, благодаря тому, что в нем было много повреждений. Это, кстати, отдельная интересная тема. У меня тоже есть одна книга про конкурс Крещатика. К сожалению, она уже была немногочисленна и закончилась. Но я продолжаю работу в этом направлении. Здесь будут еще книги более уже такие охватывающие эту тему. Так вот, на самом деле многое из того, что было повреждено на Крещатике, можно было бы восстановить, но улицу решили окончательно вот нечетную сторону всю разобрать, в том числе уцелевшее здание, чтобы построить новую улицу, вот этот грандиозный ансамбль. Соответственно, изменение вот этих градостроительных планов, много работы, посвященных Крещатику, изменили приоритеты. Но транспортная модель не менялась. То есть многие магистрали, запланированные в генплане 35 года, были повторены в генплане 47-го, а реализованы где-то уже в 50-х годах. То есть генплан 35-го заложил какие-то ключевые основы для развития Киева дальше. И генплан 47-го во многом просто повторяет генплан 35-го, ну, с отдельными изменениями, где-то появились какие-то поселки, где-то по-другому проложены улицы, ну, изменяется момент, связанный с Крещатиком. Но, по сути, я вот когда задумался о генплане 35-го года, о том, тех грандиозных обещаниях, которые так охотно давали большевики относительно того, какое количество там всего, всяких поликлиник будет построено, и школы, и так далее. То есть это не было выполнено. То есть если посчитать, что к 41-му году они вот должны были выполнить это, там, от трети до половины генплана, то это сделано не было. То есть темпы строительства школы, вот у меня есть отдельная книга по школам, которую многие думают, что интересно в строительстве школ. На самом деле это грандиозная тема, потому что школ было построено в Киеве почти сотня. Так вот, их в основном строили с 35 по 38 год. А дальше строили по 3-4 школы в год. То есть финансирование обрубили тогда школьному строительству, при том, что как бы необходимость была, потому что город рос очень активно в то время. И у них как бы они еле побороли 3 смены, хотели в итоге побороть 2 смены, но у них это не вышло. И по тому же школьному строительству, по инфраструктурному строительству видно было, что план был изначально нереален. То есть они понимали, что нужно сделать, где это должно примерно находиться, то есть инфраструктурное развитие, поэтому у нас инфраструктура полноценно не появилась, все эти магистрали тогда не появились, и площади не появились, ансамбли. То есть генплан во многом был изначально нереален, будьте реалистами, требуйте невозможного. Мне кажется, это по такому принципу создавалось. Вот, то есть генплан был, это самый амбициозный генплан, и он в этом плане восхитителен, потому что ни один другой генплан не был настолько грандиозен. Хотя в какой-то степени я могу сказать, что генплан 66-го года был грандиозен, потому что там вот эти вот жилые массивы впервые появляются. Эти жилые массивы в Киеве там распространялись на села, которые до сих пор являются селами. То есть там масштаб развития был грандиозный. И там мосты планировались, которых до сих пор нету. В 66-м году мосты планировались, их до сих пор нету. То есть это был еще один грандиозный план, но это немножко другая эпоха. И мне тоже про нее немного есть в других книгах. Вот, но, тем не менее, настолько глубоко его и не изучал. Но, тем не менее, вот я говорю, генплан 35-го для Киева ключевой, я так считаю. А вот насчет людей. Во многом в Киев послевоенный архитекторы в основном были те же. То есть есть некоторые, которые погибли. То есть есть ряд архитекторов, кто-то погиб на фронте, кто-то умер от голода, остался в Киеве при оккупации, кто-то остался, работал с немцами и после этого не мог получать работу, да, то есть он как бы на него смотрели косо, потому что он что-то делал при немцах. Вот, то есть мы все понимаем, как на это смотрели и как на это сейчас аналогично на это все смотрим. Вот. Тут появлялись новые поколения архитекторов. Понятно, что те, кто заканчивают университет, также включались в дело. Но, опять-таки, для восстановления Крещатика, опять-таки, Хрущев присылает Власова. То есть Власов, который тогда, ну, потом он с Киева идет на главного архитектора Москвы, но Власов, архитектор, которого из Москвы приглашает Хрущев. Для проведения конкурса Крещатика, для организации процесса, а потом он как бы идет, вместо него ставят Добровольского. То есть вопрос в том, что вот действительно вот опять вот при восстановлении Киева уже после войны есть такая попытка применить здесь каких-то ключевых архитекторов московских. Она тоже здесь будет присутствовать. Но на уровне конкретных зданий
мне кажется, это в первую очередь были киевские архитекторы все-таки. Потому что вот какие-то глобальные вещи, какие-то глобальные объекты, да, это какие-то там именитые архитекторы. А много новых архитекторов появляется как раз вот в конце 40-х, в начале 50-х. Это еще отдельная неисследованная тема, вот, которую как-то, отдельные много лет, которые нужно посвятить, чтобы изучить этот период. Может, я этим еще когда-то займусь. Если еще у кого вопросы? Статистика 44 года говорила о том, что в Киеве уничтожено 39,2% жилой площади. Но что это было? То есть в центре это сожженный, подорванный Крещатик, причем где-то это взорванное в 41 году, что-то это добили немцы сгоревшее, что-то немцы подожгли при отступлении, а что-то это результат того, что решили Крещатик восстанавливать. То есть позиция Власова была: мы восстанавливаем все, что можно восстанавливать. Цитата даже была: каждая коробка, которая может быть восстановлена, должна быть восстановлена. И реально они восстанавливали дома с очень плохого состояния, когда хотели. Но получается, что в А вот так. О, кабель у меня, видимо, отошел тут, поэтому. Главное, что есть звук. Так, значит, мы говорили о теме разрушений. Вопрос от человека из Беларуси. Настраиваю. Значит, очень значительные разрушения были, когда немцы Киев сдавали. То есть, по сути, они превратили весь левый берег в территорию, с которой неудобно вести наступление. То есть, по сути, было уничтожено все, что было на левом берегу. Были взорваны дома, были сожжены все деревянные строения. И вот мы когда анализировали застройку левого берега, то были даже храмы, которые 30-е годы уцелели, но были сожжены немцами в 43-м. Был где-то подсчет, что общее количество строений уничтоженных 5,5 тысяч. Но это включая вот частные дома. То есть вся частная застройка левого берега Киева была уничтожена в 43-м. И были взорваны в том числе школы, построенные за несколько лет до этого. Были взорваны дома, построенные за пару лет до этого.
и из них не все было восстановлено. То есть большая часть это все, что построено было потом заново. Были повреждения и в центре, но носили более эпизодический характер. То есть городских боев в Киеве как таковом не было. То есть город сначала сдали без боя красные, потом его сдали без боя немцы. Но были бомбардировки. То есть в советское время очень не любили говорить о том, что советская авиация бомбила Киев, когда Киев был под контролем немцев. Но тем не менее такое было. И поскольку об этом очень мало фактов известно, то сложно воссоздать, что именно было разрушено. Тем не менее, есть здания, которые есть на аэрофотосъемке 43-го года, но их нету, ну, вот в Киеве уже вот середины 40-х. То есть куда-то они делись. Почему они делись? То есть либо это немцы взорвали при отступлении, но это не совсем понятно, зачем им это делать, либо это то же самое, о чем я сказал выше. Это то, что советская авиация тоже бомбила Киев. Что-то бомбили немцы, но немцы бомбили в основном заводы, да, то есть бомбардировки их были нацелены на инфраструктуру. Далее подрывы, то, что партизаны, то, что заминировано, были подрывы. То есть знаменитый пожар на Крещатике с взрывами, которые до сих пор ходят спекуляции, потому что никто не пытался заниматься анализом всего, как это происходило. Но честно я скажу, что Киев, ну вот и не был в таких руинах, как, например, Минск. Да? Вот я знаю, что в Минске там настолько все было разрушено, что даже как бы, цифры там назывались какие-то огромные. Но то же самое я про Минск слышал, что был целый ряд домов, которые можно было восстановить, если бы хотели, но решили строить новое, и поэтому вот не сохраняли старое. То есть я вижу, что по проспекту Независимости, что проспект Независимости в Минске это такой ансамбль уже послевоенной архитектуры. Я понимаю, что там что-то должно было быть до войны. Ну, раз это ключевая такая улица, там что-то должно было быть. Вот, то есть, вероятно, это тот же подход, который был на Крещатике. Что что-то, что вот находится в состоянии, вот оно не совсем целое, но еще не совсем руина, но на стены стоят, то из этого состояния при желании можно объявить здание аварийным и снести, а при желании можно сказать, что это здание подлежит восстановлению и восстановить. Вот я считаю, что здесь решение о точке невозврата принимается тем, кто решает восстанавливать здание или нет. Как-то так. Простите, я прослушал. О каком примере вы говорите это? Да. Там очень хорошо это было сделано. Гданьск, вот Варшава особенно, да. Это очень хороший пример, когда есть воля восстановить то, как было. Ну или хотя бы атмосферу. Вот Данкс действительно, я вот был там 2 раза. Первый раз был много лет назад, и я помню, что у меня было впечатление, о, какой старый город сохранился. Потом я был там несколько лет назад, и я смотрю, что, а ведь есть центральная улица, есть какой-то такой дух атмосферы домов, но если зайти во дворы, то видно, что это дома уже, ну, как бы, послевоенные. Вот, то есть, ну, где-то сохранены фасады, формы крыш, да, и это вот сохраняет атмосферу города. Потому что атмосфера часто передается контекстом, а не ключевым изданием. Если вопросов больше нет, то всем спасибо. Мне было интересно пообщаться, узнать что-то новое про Тбилиси. Вот, и был рад интересу. Вот, кому интересно, приобретайте книги. Мои книги есть в аудитории, вся серия приехала туда. Ну и надеюсь, что еще как-нибудь поговорим о чем-нибудь, потому что мне тоже было интересно. Всего доброго. До свидания.